Как научить ребенка пониманию семейных ценностей и единства семьи? Пониманию семейных ценностей. Все зависит от того, какие семейные ценности. Почему дети протестуют? Они внутренне чувствуют, что эти ценности могут быть лживыми. Дети очень честные. Мы им навязываем свои ценности. К примеру, каждое воскресенье мы все вместе ходим в баню. А ребенок понимает, что а насколько это функционально? Может быть, мы каждое воскресенье начнем ходить в храм? Или некоторые родители считают, что нужно причащать ребенка каждое воскресенье? А сами не причащаются и даже один раз в год. Знаете, есть дети, которые просто очень сильно кричат перед причастием. И вот батюшка сказал, как правило, это по причине того, что родители детям навязывают, а сами этого не делают. Поэтому здесь нужно ковырять глубоко, а что есть семейные ценности, а как вы их несете в семью? Я сказала, или с любовью? Побуждаете, да, мотивируете, показываете, что те семейные ценности, которые вы создали в своей семье, они несут радость, потому что что детям надо? Это радость, это счастье.